Дорогие друзья, сегодня мир отечественного шоу-бизнеса сотрясает череда ужасных потерь. К сожалению, мы все не вечны, и нам всем тяжело сейчас осознавать, что от нас уходят люди еще той советской закалки. От нас уходит целая эпоха артистов, которые невероятным трудом добивались всемирно известной славы. Они в корне повлияли на сегодняшнее развитие культуры в бывших странах СССР. Уже в этом месяце от нас ушло немалое количество известных советских актеров. Мы очень удивились, когда в комментариях под последним роликом мы увидели от вас невероятную поддержку и соболезнования родным и близким артиста. Сегодняшний день принес нам очередную потерю. С прискорбием вам сообщаем. На 61-м году ушел из жизни российский актер, заслуженный артист России Герман Варфоломеев. Герман Варфоломеев родился 6 декабря 1962 года в Уфе. Работал учеником артиста в Башкирском государственном театре кукол. Окончил Свердловский театральный институт по специальности «Актер театра кукол». С 1988 года – артист Свердловского театра кукол. Герман Варфоломеев участвовал в таких театральных работах, как «Сказка феи», «Братья лебеди», «Морозко» и многих других. За свою работу удостоился множества наград.